Внимание – это главный инструмент ухода за собой. Не зря говорят, у Бога нет других рук, кроме ваших. Лак на ногтях – не признак или показатель ухоженности, а вот гигиенический маникюр обязателен. Руки всегда должны быть теплыми и нести в себе нежность и заботу. А вот как этого добиться? Сейчас узнаем. Необходимо делать маникюр. Если мы покрываем гель-лаком, мы можем ходить с покрытием 2-3 недели. Потому что в настоящее время современной девушке не хватает времени каждую неделю ходить, и поэтому покрываем гель-лаком. Ухоженная рука – это не только красивый маникюр, но и хорошая, красивая кожа. И в летний и зимний период нужно ухаживать за своими ручками. Мы также можем делать различные скрабы, ванночки для рук. Ванночку мы можем приготовить, подогреть водичку, капнуть туда масла. Это очень тонизирует, успокаивает кожу. И по необходимости намазать крем. Я хочу сказать то, что шеллак, гель-лак, он не вреден для ногтей. При правильном снятии гель-лак не вредит. Наши ногти могут отрасти, мы можем их укрепить, и поэтому я считаю, что гель-лак не вреден.